белка. Я специально выбрал эту фотографию. Мне их много прислали, мои друзья. Это значит, груша, да? Я уже не буду про это самое, про форму кроны. Она, видите как, она нагрелась и здесь вытаяла. И корневая шейка у нее не гниет. Рядом палка. Обратите внимание, у нее такой же цвет, и она тоже от солнца нагрелась и тоже вытаяла, видите? Ну куда еще объяснять-то, как еще? Ну что делать-то? А? Академия наук, эй! Ну запретите ему это свое веское слово. Ну проведите эксперимент, ну сотни деревьев пожертвуйте. Любые, просто одну лучше, конечно, те, которые больше всего подвергаются этим самым издевательствам. Это абрикос, груша. Вот они особенно. Яблони тебе покрепче. И сливы. А абрикос, груша тебя очень страдают. Ну и вот, пожалуйста. Ну еще какие доказательства надо. Ну нельзя белить, тогда не будет это. Корневая шейка сгниет. Белый цвет. А для чего в школу ходили? А?